Он самый романтичный участник проекта. Его эксперименты всегда гарантируют сказку. Артем Тихевич. Кожного разу виходячи на сцену, Артем Тихевич створює чарівну атмосферу казки та добра. Люди хотят позитива, люди хотят какой-то сказки. Этого сейчас не хватает в жизни. Почему бы это не подарить им с экранов? І минулого ефіру йому знову це вдалося. Властивості води, які продемонстрував Артем, були неймовірними. Я хочу, чтобы вы произнесли очень тихо, шепотом, свое слово в воде. Посмотрите, это ваше слово? Да! Мне, конечно, фантастика. То, что я увидела на сцене, вот этот трепет. Я как маленький ребенок, который оказался в сказке. И что очень вообще восхитительно от первого участника, от него ощущение такой любви, знаете? А краса и масштаб финального передбачення остаточно зачарувала усіх. Вы думали о солнце? Да. У них на ладошках солнце. Конечно, необыкновенно, особенно когда все зрители показали в зале, показали ладони нарисованы солнце. Я не понимаю, как это делается. Это замечательно. Артем Тихевич. Я приехала специально из Севастополя, я болею за него. Он мой фаворит, он поражает меня своим умением управлять стихиями. То есть то, что он делает с водой, с огнем, то есть, для меня это просто супер. Кожен хвалебний відгук Артем зустрічає з великою вдячністю. Адже саме завдяки глядачам справдилася його заповітна мрія. Очень много экспериментов, которые были в эфире, я делал впервые не только на телевидении, но и вообще в жизни. Люди мне верят, и это очень здорово. То есть мне тепло от этого становится. И есть стимул работать дальше и дальше. Я мечтал всю жизнь об этом. Я бы каждый день жил так. Это здорово. Я не скажу, что я люблю популярность и известность. Просто вот сама теплота людей, которая присутствует и в зале, и которые смотрят по телевизору, она настолько греет, что любой холод, любой мороз тебе не страшен, и ты его не чувствуешь. Участие в проекте – это сказочный труд, сказочная работа и сказочная реальность. И лише думка про то, что эта казка может скінчитися, засмучує Артема. Я еще не все сказал. Я в финале должен сказать свое последнее слово, которое перевернет людей само понятие слова «человек». Это будет очень важно для меня. Мне необходимо сделать это. Зустрічайте, Артем Тихевич. Здравствуйте. Наша жизнь неоднозначна. Мы не всегда понимаем, где добро, а где зло. Ведь даже спасающий в жару ветерок моментально может превратиться в убийственный ураган, сметающий все на своем пути. Но сегодня я докажу, что возможности ветра могут быть совсем иными. Эвелина, мне понадобится ваша помощь. Входите на сцену. Добрый вечер. Здравствуйте. Как ваше настроение? Я шокирована всем. Эвелина, зайдите за столик. Так. Угу. Лицом ко мне. Сейчас я отвернусь, а вы внимательно слушайте мой голос. Я хочу, чтобы вы максимально повторили то, о чем я вас попрошу. Это будут небольшие просьбы. Хорошо? Эвелина, представьте, что вы находитесь в центре поля. Вам хорошо и приятно. Дует свежий ветерок. Но внезапный порыв ветра поднимает вашу руку вверх, на уровне лица. Любую, поднимите любую руку. Открытой ладонью сделайте вид, что вы защищаетесь от ветра. Другой рукой коснитесь любого пальца.
на поднятой руке. И зафиксируйте это движение. Это правая рука и средний палец. У нас получилось. Эвелина, спасибо. Перед вами находится столик с песком. Я хочу, чтобы вы сейчас нарисовали простой рисунок, прямо пальцем по песку. То, что пришло вам первое в голову. Можно? Не говорите, что это, просто рисуйте. Когда будет готово, дайте мне знать. Готово. Эвелина, возьмите горсть песка в кулак. И медленно высыпьте песок на стол, развейте его по ветру. Эвелина, вы нарисовали солнышко? Да. Отлично. Присаживайтесь на этот стульчик. Вот сюда. Александр, мне понадобится и ваша помощь. Ходите на сцену. Добрый вечер. Становитесь вот сюда. Посмотрите на меня. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали... Ничего страшного. Чтобы вы сейчас подумали и вспомнили о вашем детстве. У каждого человека есть детские воспоминания. Это какие-то отдельные слова, вспышки или просто... Они могут быть либо плохими, либо хорошими. Но обычно, если воспоминания детские, они разносторонние. Я хочу, чтобы вы ни единого слова вслух не говорили, просто думайте о ваших воспоминаниях. Эвелина, сейчас с помощью ветра я попробую передать вам мысли Александра. Сейчас я в зале попрошу полную тишину. Сейчас в вашем сознании будут появляться какие-то слова. Что-то будет звучать более явно, что-то менее. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали эти слова, свой внутренний голос. То, что вы услышите, я хочу, чтобы вы тут же повторили вслух, четко, ясно. Хорошо? Да. Тишина в студии. Александр, а вы думайте. Чтобы вас не отвлекал ни единый звук, очень-очень плотно закройте уши руками. Ужас, у меня в голове голоса. Повторять? Да. Море, школьный звонок. Школьный звонок. Корабли. Все. Александр, посмотрите на меня. Дайте руку. Гаражи. Гаражи и боль. Простите. Александр, ну, у каждого ребенка есть детская мечта. Я знаю, что у вас есть, ну, я надеюсь, что у вас есть тоже какая-то детская мечта была. Не говорите, что это, хорошо?
Не говорите, что это, а просто подумайте об этой мечте. Возьмите планшет, маркер, вот на стуле. Когда я отвернусь, я хочу, чтобы вы либо нарисовали, либо написали вашу детскую мечту. Сделайте это максимально тайно, я отвернусь. Эвелина, вы тоже закройте глаза, чтобы никто не видел, что происходит. Александр, когда будет готово, дайте знать, хорошо? Да. Я готов. Готовы? Положите рисунком или надписью на стол, чтобы никто не видел. Эвелина, вы можете открыть глаза. Сейчас, я надеюсь, ветер расскажет мне о вашей мечте. Александр, я не знаю, я вижу образ, это микрофон. Вы хотели быть маленьким артистом. Покажите его всем сейчас. Покажите всем, всему залу. Правда? Элина, спасибо вам большое. Возвращайтесь на место. Александр, это вам на сувенир. Спасибо вам, возвращайтесь. Я в шесть лет отцу пообещал, что я буду артистом. И я был у микрофона в 6 лет. Друзья, я желаю вам попутного ветра навстречу именно вашей мечте. Спасибо. Артем Тихевич. Если вы хотите, чтобы Артем попал в финал, голосуйте за него. Сегодня он как никогда нуждается в вашей поддержке. Отправляйте СМС с кодом 109 на номер 3399. Каждый голос может стать решающим. Аплодисменты Артему Тихевичу.